Сотрудники уссурийских тепловых сетей в сборе. Повод особенный. УМУ ПТС присудили особый знак «Образцовое предприятие ЖКХ», вручить который приехали почетные гости. Программа энергоэффективности, которую вы запустили с 2015 года, показала свою эффективность. 26 километров ветхих сетей вы заменили за это время, построили 4 километра новых сетей. Это, конечно, очень такой хороший и важный результат. Это большой шаг в целом для Дальнего Востока. И, безусловно, это предприятие, пример для всего Приморского края, как нужно жить, работать, как нужно оказывать услуги. Таким званием могут похвастаться только 5 предприятий в России, и уссурийские тепловые сети – одно из них. Знаменательно, что особый статус УМУ ПТС получили в год своего 50-летия. Данная награда – это дополнительный стимул для развития нашего предприятия. Каждый работник нашего предприятия ощущает свою роль в создании комфортной и уютной среды для жителей, в развитии города, края, страны. Отметим, знак отличия образцовое предприятие ЖКХ присуждают за успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, за внедрение современных технологий. Тамара Илюхина, Анна Клыга, Антон Войцеховский. Телемикс.